Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вот посмотрите, людям не лень украшать свои дворы. Посмотрите, какие вазы. Целая сказка. Считается от ветра. Но не падает. Так, мальчик, девочка. Это же из шин сделали. И ёжика сделали искусственно. Холмик какой-то. Нет, это очень-очень интересно. Очень-очень приветствуется. Видимо, что народ очень любит свой двор. Смотрите, посмотрите, аж дом разукрасили. Аж на доме зайчики, попугайчики. Это образцовый дом. Цветы зацветут. Змеи, крокодилы какие-то плавают. Вот, наверное. Прям целый зверинец. Как будто мы в зоопарке находимся или где-то в лесу. Здесь даже бассейн сделали. А каково вам? Мне очень нравится. Я бы так жила бы, если бы мне такой двор был бы. Я бы ходила бы с тяпкой. И прореживала здесь. Что-то молодцы, да? Молодцы. Вы не подумайте, что я что-то придумала. Вот обычный дом. Обычный подъезд. Вот. Красота. Вот на доме птичка. Невеличка. Какой-то умелец здесь. Потому что что только не придумывают. Вот смотри, белочка на дереве. Птицы. И белочка маленькая. Тропиночка, как будто можно здесь походить. Грибочки, мухоморы, барашка, ежик. А ежиков сколько? Ну, молодцы, молодцы, да? Вот улитку, видите? Улитка, еж. Вот улиточка и еж. Медвежонок. Пальма. Из пластиковых бутылок тоже что-то сделано. А там хлам. Зачем он здесь нужен? Чей это хлам? Совершенно не приветствую. От тележки, это эти строители там что-то, или не строители, а эти дворники ставят. Нашли где, да? Так вот. А у вас какие дворы? А? Ну, туда дальше там уже нету, там просто... Это, видимо, кто-то очень-очень любит этим заниматься. Здесь обычные. Ну, тоже цветы. Тоже ухожен. Газончик такой. Вот. Вот у этих подъездов, видимо, будут менять то ли лифт, то ли что-то будут менять. Потому что ведь здесь после зимы все отвалилось.
ремонт будут делать. Ну, что-то непонятно, что они будут менять. Ну, тоже красивые кусты. Вот сирень или калина. Калина красная. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами Мария. Канал мой называется Машенька Машуня Черняк. Сборная солянка. Всего хорошего.